Привет, как тебе Т-110-5? Один из самых приятных танков сейчас, тяжелых тоже. Очень сильный. И, кстати, заметьте, я играю просто на красной оборудке. На обычной красной оборудке. Новый комп будет еще круче, будешь игру показывать. Нет, Александр, а смысл мне заканчивать универ? Я вот не знаю. Зачем? Если для этого мне нужно еще, получается, 2 года там отучиться. Потом пойти, скорее всего, в магистратуру. Вот, либо же как-то там от армии, не знаю, бегать, потому что у меня нету военной кафедры. После этого еще поработать. То есть где-то 5 лет мне нужно, чтобы начать только зарабатывать своими проектами архитектурными. Все же. Роман, здорово, спасибо. Так, а вот это меня не устраивает. Дурак, блин. Ой, дурачина. Так, ладно. Мне кажется, я слишком тороплюсь, но мне вообще пофигу. Абсолютно. Ты чё? Спасибо, братан. Вот за это респект. У тебя же не опустится пушка. Челямбус. Я обожаю 2.6.0. Он охрененный. Как я люблю 2.6.0. У него суперская приятная пушка. У него суперская динамика, и у него отличная броня. Блин, пацаны, я наконец-то получаю кайф от этой игры. Да, реально получаю кайф. Сколько бы она нервов не съела моих в свое время, но сейчас я действительно получаю кайф. Что, братан, все, наигрался? Было бы у него где-нибудь минус 7 УВН, это был бы, наверное, один из лучших танков игры. Он еще такой более-менее высокий, между прочим, это круто, тоже, очень, очень круто. У него титановая башка. Просто ты катаешься вперед-назад, и тебе никто ничего не сможет сделать. Ай, блин. Хреновый выстрел был. Странно, что я его не пробил. Тихо. Ну твою мать, ну как я. Как я тебя не пробиваю? Там еще маус стоит, да? Нет! Урод. Да. Конечно, Е4. На подкалиберах это такое себе. Упс. Порвало. Ой, хорошо.
Хорош. Маус туда уехал. Все, едем дальше. Надо арту замесить жестко. Пад. 6200, а хп у них до хрена. Ой. Да твою мать, ну нет. Алло, а где моя Тима? Обосрался я с конем, слишком много получил. Я не знаю, стоит ли мне вообще. О. Отлично. Может, ты меня не пробьешь? Еще без башни. Твою мать, как же я обосрался с конем. Сколько там хп? Блин, можно было 10к спокойно давать. Твою мать. Просто спокойно можно было дать 10к. Просто на изи. Твою мать. Ну, я еще, я не устану повторять. Охрененный, мать его, танк. Охрененный. Что тут, гол вот так сделаем и поедем в бой. Погнали. Клумбыч.